Преступность в республике снижается. На закрытом заседании коллегии МВД Чувашии говорили о направлениях, где удалось добиться улучшения, а где еще нужно приложить усилия. Данифа Тагирова продолжит тему. По данным МВД, преступность в республике сокращается. За предыдущий год в Чувашии зарегистрировано 16,5 тысяч преступлений. Это уже меньше, чем за прошлый год. При этом количество заявлений и сообщений о различных происшествиях растет. В полицию их поступило свыше 268 тысяч. В полиции это связывают с тем, что работать стали лучше. Удалось добиться сокращения квартирных грабежей. Число краж автомобилей уменьшилось на 25%. Также снизилось количество краж из автомобилей. Но работать еще есть над чем. На 23% возросло число угонов машин. Мошенничали в 2012 году чаще, чем в позапрошлом. Связано это с тем, что появляются новые схемы преступлений. Им чаще подвержены люди преклонного возраста. Впрочем, стоит отметить, что экономические мошенничества сократились, что является неплохим показателем работы сотрудников внутренних дел. Отрицательные показатели МВД по Чувашской республике имеют еще по одной нелегкой статье преступлений. Вот такое специфическое преступление, как преступление против половой свободы человека, а еще частнее это изнасилование, к сожалению, этот вид преступления растет. Хотя в абсолютных цифрах это всего плюс 18%, но тем не менее это констатация. Это самый большой рост – 23%. Приоритетом для системы МВД остается борьба с преступлениями, совершенными в частном секторе. По статистике, каждое третье совершено именно там. Продолжается серьезная работа с личным составом. За 2012 год МВД распрощалась с 37 полицейскими. Министр внутренних дел отмечает, что такая работа проводится регулярно. Здесь имеет место и общественная оценка работы полицейских. Этой и ряду других острых проблем правоохранители уделяют повышенное внимание. Между тем, эффективна работа телефонов доверия, который теперь работает по 5 направлениям. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика.